Привет, меня зовут Майк. Я так слишком много улыбаюсь. Это была все это знать. Подожди, о, подожди, подожди, где телефон? Она уже сейчас. Ладно, пока. Говорят, хоть здесь. Это было холодно. И это было красиво. Это здесь. Погружаемся. Подожди, что? Ну ладно, пора ложиться спать, передохнуть. Уи! Привет, уи! Наверное, посмотреть, что внутри говорят. Смотри, посмотреть! Привет! Меня поймали. Это посмотреть. Как то вы? Привет! Ну, это было здесь. Лежать! Привет! Ну, поэтому я хочу с тобой сделать музыкальный смайл. Чу-чу-чу. Мое имя Смайлик, я эмоджи. Хочу с тобою, да, с родителями. Хочу, если у нас, пожалуйста, что-нибудь. Я хочу у нас весь день. Интересно, куда подевался? Ух ты! Это полярный медведь. Это было настоящее, ну, его спать, потому что это на полярный медведь. Но это совсем тыкающий нос. Ой-ой! Привет, я сама это не сделаю. Надеюсь, я понравится. Маленький смайлик, это нас с родителями. Палочки, ленточки, это нас задым. Хочу у нас две, как часы у нас. Море, вы что смотрите, летите с нами. Привет. А не, подожди, вернись! О, совсем не настоящий, я собираюсь еще одну. Привет, хочу у нас здесь у друзей. Пошли! Деревня у нас, хочу с нами, деревня будет. О, привет, о, привет! Хочу с вами дружить. Эй, уходи, это Вова нас, и тебе надо. И поет нас с нами, мы будем сюда. Ой, простите, простите, его мы за... Простите. Мы должны нас знать, ложиться спать. Хочется много время подремать. Это целый день, это мы настоящий знать. Это ложиться спать. Хочется спать. О, не слишком долго. Это было последний раз яйцо. Эй, моя брава! Куда же поделась, а? Вот и нашелся. Спокойной ночи! Один мужской оркестр. Все готовы, начали? Да! Ну хорошо, ребята, все, поехали!
Молодец, ребята! Смотри, 31 декабря, только на СТС. Как-то раз была на это, я прыгаю с Май, потому что это в раз. Чик. Но это же совсем не так. Видите, это настоящий любимый телефон. Это любимый планкотчик. Потому что это настоящий. Это подружимся. Но это совсем не так. Увидимся. Продолжение следует. Я Эдванас. Страшная история. Если бы нас это было страшное Смайл. Эй, Смайл, нас. Качего у нас? У нас есть. О, я знаю. Я подумала, что это было в свете, который было настоящее название Пылесос. Потому что это все равно было этому настоящему. Наверное, я никогда не найду нового друга. О, колокольчик. Зеленого подождет! Зеленого подождет! А, только никого нет. А подожди, вы кто? Жух, жух. О, не подожди, если ты хочешь подругу! Продолжение света. У меня для нового друга. А тебя зовут Жух. Привет, меня зовут Смайлик. Мне нравится тебе голове. Не ешь меня! Не знала, что ты говорит. Привет, ты снова я. Не знала, что ты говорит. То здорово. Не ешь меня! Что идет не так? Мам, подожди, не бегай. Если хочешь, подарочек. Жух, жух. Ты нравишься. Давайте любим друзьями. Д5, если хочешь дружить. Да! Small face, Малик. Это новый друг. Жух. Что вы ешь? Я голоден. Ты думаешь, ты съешь? Фу! Не нужно у нас. А, вот вот что я свой любимый слой монстров съесть. Фу! О, потому что в среднюю. Это треугольный хлеб. Тебе нравится? Ты у вас. Если очень вкусненькая. Фу, это же мусор. Я знаю. Жух. Это была головничка. Жух, жух. Мы съел. Это было с самого начала. Поэтому, если мы будем достать быстрее охотника. Быстрее охотника. Что? Так-то вперед. Что я нашел? Это настоящее пасхальное яйцо. Надеюсь, это понравится 24 апреля. Смотри! Вот это да! Это оранжевое яйцо. Надеюсь, вам это понравится. Ну покажи меня. Это такая еще хочу. Поп? Ой, что это? Я не знаю. Давайте попозже повернемся. Продолжение следует. Тсс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 ss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 
есть 12, давайте поиграем. Смотри, обновилась. О, я хотела посмотреть, что внутри. Смотри там. Интересно, что это? Кажется, это птицами. А, я знаю. Давайте поем песенку. Меня зовут Смайлик, я Эмоджи. Я хочу с тобой дружиться, можно? Он летел. Вау, это настоящий любимый птица. Привет, я Смайлик. Что это? Я не знаю. А давайте тыкать. О? Ох ты! Быстрее! Быстрее! Мой друг, ты где? Фух, я в порядке. Фух. Я обожаю лето. Ну, садись, жарко. Ай! А, горячо! Фу! Это на горячее! Это Банси, но это же все, это он любой хуже. А! Никогда у нас любимых новых друзей. Мне понравятся любимые часы. Эй, кто там? Это же я, Смайлик. Это же птичка. О, есть еще кто-нибудь? Есть у нас нарисовать? Может быть, у нас послезавтра? У меня есть идея, любила нашу музыку. Привет, мой птичка, хочу у нас, давайте поиграть. Мы ничего не любим нашу музыку. Смотри, что я нашел. Совсем не хочется. А ты совсем такая. Что происходит, Смайлик? Не попадает, не попадает. А, точно. А у нас какого не попадает? Что тебе сказать? А давайте здесь любимым в дереве. О, точно, давайте. Спасибо тебе, Терси. Да! Пошлите, посмотрите, что я нашел. Пойдем. Мы лучше это тыква.
Эй, кто там? Это я, Смайлик. Как тебя зовут? Вы где? Эй. Мы чего-то совсем больше? Как-то вас говорят. Эй, кто там? Меня зовут Смайлик. Как тебя зовут? Вы меня слышите? Я слышу тебя. А! Смайлик. Это же я. Уху. Мне нравится. А теперь любимого 31 октября. Да, любимого настоящего Хэллоуина. А как твой босс Смайлик любил Смайл? Я Смайл скакун. Мы хотим дать тебе музыкальный Смайл. А теперь ты каешь Смайл. Боб. Сикана. Ты у нас? А нас ты был настоящий художник, красивый телефон. Вау, Смайлик, ты лучший вместе. Мы? Ничего, вы справились. Гав! Это лучший вместе, Смайл скакун. Я кое-что нашел. Хотите посмотреть? Вау! Это фраз любимый очень красивый цветочек, нарисованный вместе. Что делаешь, Майк? Нарисование вместе. Смотри. О, точно. Мои любимые носовуки вместе. Ты нравишься? Есть его у нас. Давайте его есть. А как было, если... Эй, у меня есть идея! Вау! Вот, тебе нравится? Давайте любим на самом лучшем месте. Да! А как было его есть? Ну ладно, давайте еще раз есть. А мы еще ем?